Желание создать себе незабываемый образ и сделать таким образом рекламу подвигло владельца компании по производству корзин и прочих плетеных изделий заказать весьма необычный офис для своей фирмы. И не беда, что офис обошелся в 30 миллионов долларов, зато теперь о его фирме точно знают везде в мире. Дом корзина The Basket Building в американском штате Огайо, по сути, самый большой памятник плетеной корзине из всех, когда-либо создававшихся. Это сооружение высотой с 7-этажный дом представляет собой великолепное зрелище. И нет ничего страшного в том, что 17 декабря 1997 года, когда служащие переезжали в новый офис, они почувствовали себя, в прямом смысле, в корзине. В конце концов, Дэйв Лангбергер, основатель и владелец компании, оказался очень дальновидным бизнесменом. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.